Yep. Итак, заходим в парк Софиевский. Это новая часть 2019 года. Недавно его построили. И сейчас мы хотим его посмотреть. Вот такой вот первый фонтанчик из камней. Интересные такие экспозиции. Интересно, с какого выполнено металла. Ну, очень красиво. А мы подходим сейчас к фонтанной арке. Пройдемся посредине? Не боишься? А, не, мы не пройдемся. Не, ну я могу. Ты можешь пройти. Давай ты пройдешься. А я тебя засниму. Я тоже прошелся. Я понял, с той стороны. Смотрите, какие редкие здесь деревья вновь. Красиво так все сделали. Для детей какая-то. Ух ты. А я сейчас тоже попробую пролезть. Очень красивый парк. Фонтанов. Там можно походить. Да, вижу. Все белоснежное. Маленький фонтанчик. Мама, вот это такой нежный. Смотрите, кстати, какие красивые экспозиции сделаны из зверей. Видите? А вот и детские площадки, на которых можно оставить своих детишек, и они с радостью поиграют. Вот смотрите, старинные домики такие. Кузня здесь. Старые домики, типа, да. Давай зайдем сюда, еще посмотрим. Млын. Водичка оттуда бежит, и здесь перерабатывается в электроэнергию. Крыша такая интересная. Сойдешь? Вот такой вот, видите, лёг. Вот такой вот дом.
сейчас зайдем, посмотрим. Да, сейчас посмотрим на интерьерчик. Здесь они хранили, наверное, все свои. Здесь у нас, видите, кухня своя такая, своеобразная. Можно пройти? Спасибо. Здесь ребенка катали, а там уже спали на печи, так как там тепло было. А это комната, где для рукоделия. Интересный, да, домик? Вот таким образом сушили раньше травы вверху. Очень красивый парк. Есть много интересного, чтобы посмотреть. Скульптура, смотри, описана. Дворовик. Да, да, да. Добрый дух. Покровитель дом двора. Помощник домовичок. Смотри, а там домовые. Он лесовая русалка. Лесовая русалка, да. Мамка. Ведьма, видишь? Да, видишь, ты каждая, это же люди верили. Да. Вон волк охранник дома. Ага. А вот редкий экспонат. Библиотека. Сейчас зайдем, посмотрим, что здесь за книги. Ты такую и дома у нас хочешь, да? Да. Офигеть. Слышишь, как здесь пахнет? Люди, кстати, оставляют здесь книги, приносят. И коллекция потихонечку растет. Эти разные книжечки. Есть Маруф. Вишманник. Очень большущая коллекция. А вот смотрите, какой детский домик. Офигенный. Есть даже вот такое вот кресло бомбезное. А вот смотрите, какая альтанта. Для чайных церемоний. Самураи здесь собирались и проводили различные разговоры за чашечкой чая. Класс. Здесь как будто ходишь в те времена, где были самураи. Классный такой дворик в китайском стиле. Вот ихний. Смотрите, какая красота плавает. Ничего себе. Это просто класс. Это просто класс. Что это за рыба, интересно? Это вот эти китайские, наверное. Японские. Даже вон там малек. Некоторые, видите, виды вообще просто-напросто огромнейшие. А что, они прям к рукам идут? Ничего себе. Сейчас, может, одну ребятки вам словлю и покажу. Ух ты. А ну, смотрите, маленького словлю. Ух ты. Ничего себе, вы представляете, рыба ручная? Может сейчас меня схватить. Ничего себе. Ух ты, я одного чуть не словил. Вон, смотри, 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 смотри. Оба! Вы могли такое где-то видеть, интересно? Это вообще жопа, бива. А он вообще бива нам дает. Бива бьет? Довести какую-то. Да не вот, еще раз. Класс. Такого я еще не видел никогда. Я думала, ты сыпал. А у тебя когда она красит? Ага. Давай дальше. Ну вот самурай, ниндзя. Какие костюмы у них.
мост Яцухаси. Символизирует путешествие, проход с одного мира в другой. И здесь тоже, видите, рыбка. Очень мне понравилось, классненько все. А это сад камней, миниатюрный сад с камней, такой делает красивый пейзаж. Все в японском или в китайском стиле таком, знаете, вот эти вот шарики еще, очень-очень красиво. Сейчас подойдем к следующему. Альтанта для медитации. Смотрите, в каком стиле сделали в виде лошадей. Очень-очень сложно, наверное, было. Представляете, каждую веточку направлять и формировать. При этом всем это живое растение. Вот вообще карету сделали с четырех растений. Вот огромный медведь тоже сформулирован. Смотрите, какая красота на воде. Ночью включают фонтаны, и лошадь вот эта светится. А вон кораблик такой на воде. Хочу вам показать уникальную скульптуру дракона. Сделана штучно, тем не менее, очень и очень необычно. Значит, смотрите, это все сделано с камня, добавлена также земля и высажена полностью трава. Дракон летом зеленый, очень красивый, и красивые яркие цвета. Видите, с рта дракона идет ручей такой воды. Также ниже его маленький еще дракон размещен. Сейчас пройдемся, покажу вам ближе это все. Вот видите, еще такой маленький. Очень красивый парк, есть на что посмотреть. Очень-очень классно. Софиевский парк. Всем советую обязательно сюда съездить, и вам понравится. Всем пока. С вами был Тимоха Лайф. До скорого.